Тут кто-нибудь есть? Это пустяки! Отойди от меня подальше. Благодаря твоей победе у форта Морозного Мотылька, путешествовать за пределами бастиона стало гораздо безопаснее. Спасибо тебе. Надеюсь, Гел... Телису? Это точно? Значит, план Гелдиса сработал, да? А мы сколько ни пробовали, так никто и не появился. Если Телису участвует в заговоре с целью убийства советника Марвейна, мне понадобятся самые надежные доказательства ее вины. Я не стану вышибать ничью дверь, пока у меня не будет железных доказательств. Можно с тобой поговорить? Если ты ошибаешься насчет Телису, всем быстро все станет известно. И настоящие преступники могут ускользнуть. А этого допускать нельзя. Если у тебя есть доказательства, а жизнь твоя под угрозой, полагаю, ты можешь делать все необходимое, чтобы уцелеть. Вот, этот ключ должен открыть парадную дверь особняка, если они ее заперли. Удачи! Велур не первый Улен, живший в Вороньей скале. Его отец, Валин Улен, был одним из первых поселившихся здесь данмеров. В отличие от своего сына Велура, Валин был хорошим человеком. Он много делал для общины и пользовался всеобщим уважением. Когда Валин умер, его семья выделила средства на постройку склепа. То, что семья Улен из дома Хлаалу, не имеет значения. По данмерской традиции, пепел усопших помещают в родовую гробницу. Останки Валина Улена и его сына захоронены там, потому что они этого хотели.
Телиссу замужем за главой рода Виндилом. У них один ребенок, дочь по имени Мирри. Они приехали сюда 10 лет назад и с тех пор не сделали Вороньей Скале ничего, кроме добра. Но они богаты и очень щедро делятся своим состоянием с общиной. Жертвуют деньги, еду, припасы. Даже собственноручно помогали дома Можно ремонтировать. Можно с тобой поговорить, советник? Конечно, Синдзи. Люди болтали, что Мири по возрасту не больно-то годится своему отцу в дочке. Но вряд ли это повод поднимать тревогу. Я боюсь, что нам может в общем, твоя задача найти неопровержимые доказательства. Подумаем, нельзя Без них меня просто засмеют. Побольше. Очень жаль, Синдири. Осторожнее. Я боюсь, что Если северины предали нас, они будут хорошо вооружены. Это территория дома Ридоран. Смотри, не забывай.